В Национальном музее естественных наук, Мадрид, коллектив ученых обнаружил, что дрофе свойственно использовать дикорастущую флору в медицинских целях. Так, наиболее тяжелая из летающих птиц мира поедает определенные растения для избавления от паразитов. Уже более 40 лет эксперты исследуют дроф, обитающих на территории Пиренейского полуострова. Было собрано 623 образца помета этих птиц, включая 178 от птиц в брачном периоде. При анализах удалось обнаружить фрагменты стеблей, листвы и соцветий, принадлежавших 90 видам растительности. Ученые утверждают, что наиболее часто дрофы поедали синяк подорожниковый и мак самосейку. В маке, к примеру, высоко содержание реогенина, эпиберберина и канадина. Все это – биоактивные алкалоиды. Экстракт как мака, так и синяка эффективно ослабляет либо вовсе уничтожает простейшие организмы и червей-паразитов. Синяк к тому же умеренно противостоит грибкам. Птицы-знахари сами себя лечат. Дрофы с успехом выгоняют из себя червей-паразитов травами. Что вы думаете по этому поводу? Ставь лайк, если нравится следить за горячими событиями из мира животных. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить свежие новости. Хочешь узнавать больше о братьях наших меньших, переходи в наш телеграм-канал. Узнай, какие животные на самом деле. Ссылка в описании.